Женская сексуальность. Что это такое? Что это за спецэффект нашей женской энергии? У нас есть магниты, и их три в нашем теле. И когда развивается нижний магнит, есть практики, и есть определенное дыхание, и есть медитация, и различные ритуалы, которые помогают его усилить. И сексуальная энергия, она находится именно там. Много информации о том, что будет с тобой, если вдруг ты не будешь сексуальной. Никто не будет обращать внимания, мужчины не будут тебя видеть, ты потеряешь какой-то шарм, магнетизм. И очень много информации сейчас, таких пугалок, страшилок в наших сетях есть. И я хочу тебе сказать, что ничего подобного, ну, это можно избежать. Это все тренируется, это все создается внутри своего тела. Если тебе интересно, как это развить, если тебе интересно, как поддерживать, как создавать в себе это состояние, переходи по ссылке внизу видео, кликай и получай вебинар бесплатно.